В областной центр вновь вернулась зимняя погода. Очередной снегопад парализовал улицы города и стал причиной пробок. Большинство автовладельцев уже сменили зимнюю резину на летнюю, поэтому в городе было зафиксировано множество ДТП. В течение 2 часов выпало 20 сантиметров осадков, поэтому коммунальным службам Саратова пришлось вернуться на зимний вариант работы. На улице вывели 30 единиц снегоуборочной техники. От осадков расчищали основные транспортные магистрали города. Пришлось эту технику, значит, зимнюю вывести, порядка 30 единиц для обработки, в первую очередь, значит, спусков подъемов, таких как Затон, Мясницкая, Симбирская, Алтынная гора, дорога на Кумысную поляну, значит, танкистов, для того, чтобы обеспечить проезд транспорта. Снегопад вызвал не только транспортный коллапс в городе, но и стал причиной падения деревьев. За неполный день в городскую службу спасения поступило около 30 подобных вызовов. Упавшие деревья повредили около 10 автомобилей. Так, на беговое дерево накрыло сразу несколько машин. Спасатели извлекали транспортные средства из-под веток и стволов на Рабочей, Зарубино, Вавилово. О пострадавших гражданах не сообщается. Между тем, в связи с неблагоприятной погодой, с 21 апреля ограничили въезд большегрузов в город. Исключение составят лишь те машины, груз которых запрещено транспортировать ночью. Запрет продлится до наступления хорошей погоды. Ну а метеорологи тем временем успокаивают жителей. Специалисты говорят, что зона осадков сместилась в восточном направлении. В течение еще 2 суток характер погоды будет неустойчивым и не исключены осадки в северной части области. Но уже с выходных температура начнет повышаться, в дневные часы доходя до 22 градусов. Осадки прекратятся.